Для исполнения произвольной программы на лед приглашается Кирилл Андрусик, Москва. Первая шестерка уже готовится представить нам свои произвольные программы. Кирилл Андрусик на льду, ученик тренерского коллектива Виктории Буцаевой и Мурада Курманова. Ну что, посмотрим, как кататься будет под Элтона Джона Кирилл Андрусик. Praise the King of Sin, Lula. Ну, мне, кстати, очень понравилось. Очень интересная программа, очень интересный фигурист Кирилл Андрусик. Постепенно он обретает себя и, мне кажется, начинает Кирилл чувствовать Андрусик. Не только стиль, даже не столько стиль. Про стиль пока сложно говорить, но он начинает понимать, как ему хотелось бы кататься и как нужно кататься для того, чтобы стало у него получаться. Идет на тройной акселе в короткой и в произвольной программах. Да, пришла, чтобы не ждали. Угу, на тех прыжках, которые ты да. делаешь. Что это неожиданно, неприятно.
Ну вот смотрите, после тройного акселя пошел на четверной тулуп. Тот получился, может быть, не идеально исполненным, но и тем не менее он был сделан. Сначала тройной аксель, потом четверной тулуп. Оба прыжка не идеальные, потом были сложности у него, как мы уже поняли, на тех прыжках, которые обычно делает без каких-либо проблем. Однако нужно отдать ему должное. Мне кажется, вот этот период с прошлого года до нынешнего, когда мы не имели возможности видеть Кирилла Андрусика, он здорово изменил этого фигуриста, и сейчас это новый, постепенно раскрывающийся спортсмен. Спортсмен со своим лицом. Вот я начал было говорить про стиль. Нет, про стиль пока рано. Этот стиль только формируется, он еще не сформировался. Но то, что лицо у Кирилла уже появляется, мне кажется, это становится очевидным. И он становится очень интересным фигуристом. 7-8. Всем привет. Считать умеют все, сколько всем потерял. Привет. Кирилл на том, что не получилось. Рихтер, привет. Значит, как-то странно, я думал, акселятор я точно сделал уже. Больше каскадов. Кирилл Андрусик на произвольную программу набирает 140 баллов. 140 баллов ровно получает Кирилл Андрусик. Он уверенно первый и как минимум шестое место себе обеспечивает. 211 и 59 баллов.